масса произведена. Нет, он второй раз у вас не возьмет денег сейчас. Все, вход уже второй раз, вот. Он денег не возьмет. И да. Теперь я пошел с этим и пошел на пересадку. То есть да. Первый раз я заплатил. Да, первый раз вы оплачиваете проезд, потом система увидит, что вы оплатили проезд, когда вы будете прикладывать карту второй раз. На другой остановке она увидит, что у вас уже произведена оплата, и она зафиксирует ваш выход на той же остановке, где вы будете пересаживаться. Хорошо, и в следующий автобус я захожу. Так да, же... точно так же подносите, и система вам очередной раз скажет, что у вас уже проведена оплата, можете ехать. Понятно. Вот. Что касается наших транспортных карт, то есть их четыре типа, это карта пенсионера, школьника, учащегося и обычная единая транспортная карта, красная. Ну, давайте попробуем ее сейчас, на ней денежку вместе. Сумма оплаты. На данный момент показывает там 10 рублей, ну понятно, что в дальнейшем будет 20. А, вот карта. Почему 20? Ну, потому что это была обычная карта была. Карта пенсионера. Все, сумма оплаты. 10 рублей без учета абонемента. Все, то есть система работает, сейчас ведутся точечные настройки. Я не буду вам платить, я сейчас платила только. Как вы не будете меня высаживать? Вы не имеете права. А вы не имеете бесплатно ехать. Как не имеем? 60 минут мы имеем право бесплатно ехать. Докажите, вот что вы... По валигатору оплачивали. Пусть ЦДС заходит и докажем. У них есть... Нет, докажите, где ваши билеты? Этот валигатор не дает билет. Я вам еще раз говорю. Валигатор тоже билет выдается. Как выдается? Где у вас валигатор? Вот возьму мне валигатор. Давайте вот я к вам... Я не буду. Это касса, а не валигатор. Валигаторы вот здесь висят. У вас какое предложение? У меня все есть. Карта там наличные. Я знаю, что у вас есть. Валигатор должен быть. По валигатору мы платили. 60 минут не прошло. Второй раз я платить не буду. Как вы их платили? По валигатору там не дается билетов. У меня дается. Ну, у вас-то терминал. Какой разница? Большая разница. Какая большая разница? Это вообще разные вещи. Вы, наверное, вы свои платили социальные. Наши не проходят. Как не проходят? Там тоже Питер Авто. Вот Питер Авто все билеты выдает. Да как выдается? В валигаторах не дается билеты. Это что же есть валидатор? Это не валигатор, вы почему? Какая вам разница? Вам же билеты. Большая, там не дается. Докажите мне, что я платил. Каким образом валигаторы платила? Каким образом вы бесплатно будете ехать? Я не езжу бесплатно, я платила. Ну, докажите мне, что вы не ехали. Открывайте двери. Я не буду открывать, пока двери не открывайте. Заплатите, я не открою. Двери открывайте, я вам вам еще раз говорю. Какая разница? Контролер должен это делать, а не вы. Это вам какая разница? Вы открывайте дверь. В аллигаторе не дается билет. Фотографируйте номер рейса или что-то. Я уже снимаю. И так снимаю. Мало того, что рейса сегодня не было одного. Люди на работу все опоздали. Не дают билет. В аллигаторе не дают билеты, если вы не знаете.